Ну а перед осмотром данного видеоролика я хочу поставить вам канал Steve Pro. На канале данного парнишки вы найдете видео про Minecraft Pocket Edition, такие как обзор модов, обзор текстур паков, обзор механизмов и многое-многое другое. Также на канале данного автора вы найдете видео про разные другие Android игры, которые похожи на Minecraft. И скачать их можете, перейдя в описании под другими видеороликами. Ну и, собственно, друзья, ставьте ему лайки. Ну и если все же так все плохо, то можно поставить и дизлайк. Ну а подписаться вы на него можете в любой момент. Ну и, собственно, сейчас у меня уже 15%. Ой, как плохо. Начинается данное видео. Ладно, я шучу. Собственно, друзья, с вами я. А и сегодня я вам покажу, как сделать мусорку в Minecraft Pocket Edition. Собственно, для этого вам понадобится немного вещей. Ну, понадобится кактус, понадобится сам мусор, да. Ну, мусор может быть разным, скажу по секрету. Есть два вида мусора. Собственно, что ж, друзья. Для такой мусорки нам понадобится сделать пол из песка. Неважно, какой он будет, красный или желтый. Собственно, размещаем его вот так, и теперь ставим сюда наш кактус. Это и будет наша мусорка. Но теперь нам нужно эту мусорку украсить. Для этого берем... Нет, так не надо, не надо. Берем картину, ставим вот так. Можете даже поставить одинаковые картинки. Ну, а пока что это самый выгодный вариант, друзья. Если вы будете делать даже в режиме выживания, то это все равно самый легкий вариант. Для красоты, ну, собственно, вряд ли кто-то в выживании будет такое делать. Ладно, и сюда мы ставим... Так, неправильно. Фух, так. И, собственно, сюда мы ставим деревянный люк. И, друзья, теперь наша мусорка открывается. И сюда мы можем, к примеру, выкинуть кварц, который вообще никак мне не нужен. Все, друзья, он пропадает. Если вы же закроете мусорку, то вещи, которые вы будете выбрасывать, они не будут уничтожаться. Чего я сказал? Нет, друзья, вам показалось. Я такого не говорил. Вы чё? Нет. Все уничтожается, все, даже если оно закрыто. Это просто вам показалось. Ну, собственно, друзья, я не знал, что такое произойдет. Но, собственно, даже через закрытую мусорку вещи удаляются. Довольно странно. Хотя я пробовал минут назад вот с этой мусоркой. Закрыты, и вещи не удалялись. Какая-то мистика творится. Да. Ладно, друзья. Собственно, вот такая мусорка у нас получается. И она колоть, по идее, не должна. Давайте проверим. Вот ради интереса, ради вас я проверю эту мусорку. Будет ли она наносить нам урон. Настройки. Давайте включайтесь немного быстрее. Быстрее. Отлично. Друзья, нет, она не наносит никакой урон. То есть вы можете спокойно ею пользоваться даже в режиме выживания. То есть кактус под защитой. Да. Ну, собственно, друзья, если вам понравился данный механизм или декор, то обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. Ну и, собственно, на этом все.